Всем приветик. И еще один вечерочек. Вот я вчера собрала, помните, я вам огурцы показывала? Ну, я вам показывала так на видео, на этом. А они продолжают расти, реально. Я вот перчатки надела, потому что у меня ужасная аллергия вот на эти все, вот на эти листочки. Я потом обчешусь. Поэтому надо теперь каждый день их обрывать. А иначе я уже сегодня курам, конечно, дала окурчиков. Вот еще красавчик. Ох, сейчас вот этот вот вообще. Ой, порезать, солечкой посыпать. Вау, вкусный какой будет. Прям такой молоденький, молочный. Вот еще один. Вот. О, красавчики, сегодня хоть огурцы нормальные. А то вчера прям эта бабушка прям запустила. Она тут, она что тут, сходит себе один, сорвет. И нормально, говорит, ну так, вроде, говорит, немножко есть огурчиков. Огурцов много. Так, вот сегодня уже хотя бы калибр нормальный у огурцов. Вот еще один. О, сейчас мы пельмени наварим домашних, да с огурцами. Блин, даже я проглядела вчера. Ё-моё, ну ничего, завтра еще курам счастье подвалит. Так, ничего. Ну, вы мне подсказываете, если видите огурцы. Ну, вот, ага, вот еще один. Сейчас пропустишь, потом вымахает быстро. Так, тут что висит? Вот это вообще тоже. Когда что успел вырасти, дорогой? Вот это да. Вот это да. А тут что? Ну, давай мы тебя вот сюда, вот иди. Ой, прицепился там. Вот в эту грядочку, давай. Давай. О, она пустая. Заполняй. Так. Ой. Вкуснота. Сейчас у нас вкуснота будет. Так, ну, вроде всего. Ой. Спину ступила. Непонятно почему. Так. Есть огурцы? Нету. Больше нету. Вот еще один. С огурцами так всегда. Вот еще один малышок. Малышулька. О, вон их сколько. Маленькие. Сейчас день-два. И будут быстро подрастать. Видите? Огурчиков как много. Вот еще один висит. Где ты? Вот он, огурик. Так что без огурцов мы точно не будем. Все, вроде все. Да. Так, петрушечки, укропчик осталось. И бегом делать ужин. О, салатика вот такого сейчас еще сорву. Красивый какой. Кто-то за ним в магазин бегает, а я здесь рву. Опс. Ой, какой красивый. Правда, красота. Так, вот приехала, теперь верчусь. Всех кормлю. Я же отдохнула. Все ж по-честному. Так. Мы салат еще нарежем. Хватит лука зеленого. Лука на ночь не надо много есть. Потому что мне рвать лень. Ох, и укропчик вот так вот. Мы сейчас прям с зонтиками. Такой. Ой, какой душистый. Да, в магазине такого не купишь. Да, это только свой может быть такой. Ой, молоденький. Красавчик. Вот сейчас поедим. И я на фитнес. Пополиваю свой огородик. Да. Ну что, дорогие мои, хорошего вам вечерочка. У нас жара. Не знаю, как у вас, у кого. У нас прям вообще, по-моему, сегодня, наверное, мне кажется, все 35 были. Ну ничего, нормальненько. Выживаем. Ну все, пока-пока.